Они никуда не хотят ехать. Они хотят что-то непонятное, пока еще понятно, что-то шоу происходит. Зараз тебе поедешь. Я не відмовляюсь. Я не відмовляюсь. Ще раз. Леша, ти слышишь, що я не відмовляюсь? Пане полковнику, ви ж чуєте, що я не відмовляюсь? Указ президента, закон і постанова президента. Треба надати документи у обов'язковий період. А они очень интересно ведутся. Вы не відмовляєтесь до нас? Я не відмовляюсь, я чекаю поліцію, яка підтвердить всіх цих людей, що... Да. Да. Ну, да. Хотят, чтобы повестку подписали? Да. Подождите, я не знаю, как они нашли семью. Я не подпишу, а как они семью нашли, скажи мне, пожалуйста. Я подпишу еще раз, я хочу полицию, я сказал еще раз, я жду, что приехала полиция, узнала, кто эти люди, я подпишу. Нет, в том-то и дело, никто не представился. Ну что сделаем, давай в нем. Я слышу, сейчас я подпишу, дайте полиция приедет, вы сейчас должны у них документы проверить. Еще раз. Для вас понятие растяжено, а для меня зараз не понятие. Я не відмовляюся, я сказав, що я хочу підписати. Ні, я присутник, я сказав, ні, я сказав, що я підпишу зараз. Я сказав, все, чекаємо. Чекаємо, я зараз підпишу. Ну, почекайте. Ви ж кажете, що ви не збіжите? Ніхто не збігає, тобто вже 2 години ждемо твою поліцію. Алло, так. Все? Так. Закінчили? Пока.